Правительство Австралии приняло решение о снятии налога НДС на транзакции с виртуальными валютами, включая биткоин. Национальный бюджет на 2017-2018 года гласит, что государство облегчит деятельность инновационных компаний, связанных с криптовалютами в Австралии. С 1 июля 2017 года все финансовые операции с цифровыми валютами больше не будут облагаться НДС, тем самым определяя их как деньги.